вербовали несовершеннолетних девочек для оказания сексуальных услуг. Речь идет о трех женщинах, которых правоохранители задержали за торговлю людьми в Кишиневе. Две из них из Тегины, еще одна из Тараклия. Подозреваемым от 21 года до 35 лет. По данным следствия, они склоняли девочек 16-17 лет оказывать сексуальные услуги за деньги. Подозреваемые выбирали несовершеннолетних среди учащихся одного из столичных колледжей, обещая им хороший заработок. Они также обращались к знакомым, которые испытывали финансовые трудности. Клиентов злоумышленницы искали через социальные сети, рассылая им сообщения сексуального характера. Подозреваемые организовывали перевозку девочек в различные отели, сауны и места отдыха в Кишиневе, Сороках и Унгень. За это они получали по 50 евро с клиента. Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых, где изъяли улики, имеющие отношение к делу. Двух женщин поместили под предварительный арест на 30 суток, третья находится на свободе. Она сотрудничает со следствием. Расследование продолжается.